Рассказывай, что ты здесь делаешь? Кормил попугай. Максюша, расскажи, что ты тут сейчас делаешь? Я здесь ездю. На чем? На чем? Езжу. Совсем кучу двигателей. Так. А на чем ты ездишь? Максюш, на чем ты ездишь? Сутик. Я кучу двигатель. На чем ты ездишь, Максюш? Я еду на самолёте. Я хочу его двигать. Давай. Все, я приехал в Россию. А куда ты поехал? Блать. Максюш, куда ты поехал? Красная лампочка, значит все снимает. Расскажи, что у тебя здесь, что ты сделал, ты проймешь там отвечать. Рассказывай, какой у тебя здесь проект. Рассказывай, какой у тебя проект, Максюша, расскажи. Я сам из... Ой. Расскажи, что ты сделал. Это у тебя что? Максюша, вот это что у тебя такое? Где? Вот это вот, сними, расскажи, что это такое. Это у меня попка. Пробка, да. И вот эта пробка. Так это что такое? Кто это там? Паровозик. Да. А там что? А там внутри. Тут. Не, Макс, не надо игрушки в камеру, Макс. Можно туда ползу? Нет, камеру туда взлать не надо. Я же буду ей снимать сейчас, как ты будешь ездить. Туда упала. Сделай тебе камеру. Давай. Снимай. Хорошо, давай, поедешь сейчас? Да. Я его
Максюша, что ты делаешь? Я все складываю. Зачем? Да все уж, поехали, хватит. Ты уже много сложил, достаточно, поехали. Это очень много. Да уж достаточно, Максюш, поехали. Это на чем ты едешь, Максюш? Давай! Что это у тебя? Что это у тебя? Это у меня хриповозик. Давай сиди. Нет, я снимаю, Максюш, ты будешь управлять, давай. Ну, я водитель. Да, водитель. Там что, еще и спать можно? Максюш, а хочешь, споешь песенку про Олд Макдоналд? Вот так вот ходили сегодня к Хазану, вот обнаружили, что у него, оказывается, бронхит. Так что Хазан сказал, надо пить антибиотики. Вот сегодня уже один раз выпил, теперь завтра будет еще лекарство пить. Но температуры у него особой нету, но он кашлял. Ну вот сейчас, правда, не кашляет. Ну вот бассейн пропустили. Говорят, идти в гости тоже не пошли. Он, Хазан сказал, может заразить детей. Взвесили его. Весит 20 килограмм сейчас. Это, что ты у Хазана сегодня взвешивался? Максюш, ты у Хазана сегодня плакал? Да. Да? А почему ты плакал? Он мне сделал укол. Тебе что, сделали укол? Да. Куда? Попу. Попу? А кто тебе сделал укол? Медсестра. Медсестра. Ничего себе. Ну вот, на самом деле, Женя сказала, что никакой укол ему не делали, и он не плакал. Вдумывает вот страшной силой.
Надюш, ты что, спать хочешь? Нет, я здесь сплю. А ты что там спишь? Да. А где у тебя Бак спит? Бак? Вот там. Ой, опять он. Ой. Да что, кровать ездит? Да. Зачем? За 10 минут. А зачем вставать? Я уже проспался. Проспался? Да. Ничего себе. Все. Я приехал. Все. Все, открываю. Да? Да. А зачем она там? Я поеду. Куда? Бибик. Куда ты поедешь? Я бибикаю. Ну и куда ты поедешь? Я бибикаю. Бибик. Бибик. Вот в прошлый раз машины там гудели, Максюша им сказал, don't bibik, please. Окей, thank you. Бибик, бибик. Сказала, одна минута прошло, уже 10 минут. Все, заканчивай бибикать. Паркуйся, все, завтра будешь бибикать. Нет, я сос... Нет, ты мне сказала, одна минута прошло, 10. Все, Макс, заканчиваем. Мне там все много есть. Завтра будешь ездить, машина уже устала, и надо в гараж. А то сейчас приедет полиция и отвезет ее сама на штрафстоянку. Ну, за нарушение порядка. Где моя подушка? Ты же ее засунул в вагон свой. Ой, да. Тогда я возьму тут. Все, хорошо. Нет. Это минуту. Все, полиция приезжает и забирает твою машину. Нет. Все, возит ее на штрафстоянку. Нет, я сейчас приеду. Он меня потом видит.